Нур-Султан стал лидером среди финансовых центров Восточной Европы и Центральной Азии. В этом году в индексе мировых финцентров столица Казахстана поднялась на 10 строк и заняла 51 место. Эксперты отмечают, что сегодня город является международным хабом, концентрирующим инвестиционные потоки. Объем капиталовложений в экономику столицы за прошлый год составил более 1 триллиона тенге. Это почти на 12% выше прошлогодних показателей. Нур-Султан играет важную роль в развитии национальной экономики. По итогам прошлого года в столице произведено 9,8% валового внутреннего продукта и привлечено 9,5% инвестиций в основной капитал страны. Объем ВРП города за 2018 год достиг 5,8 триллионов тенге. Этот индекс, который рассчитывается по глобальным финансовым центрам мира, он рассчитывается уже несколько лет. Мы были на 88-м месте. Потом мы планомерно как бы улучшали свои позиции, и по итогам 2019 года Нур-Султан занял 51 место, что является лучшим местом среди стран Центральной Азии и Восточной Европы. Мы, например, опередили такие мегаполисы, как Стамбул, Санкт-Петербург, Москва, ту же Алмату. По мнению экспертов, во многом на улучшение позиций в рейтинге повлияла проводимая работа по реализации инновационных проектов и привлечению инвесторов. Так, на территории специальной экономической зоны запущено уже 393 проекта на сумму порядка 2 триллионов тенге. В индустриальном парке номер 1 реализуется 71 проект, в который привлечено свыше 143 миллиардов тенге. За прошлый год от международных инвесторов на реализацию проектов и развитие инфраструктуры поступило 964 миллиона долларов. За 5 месяцев этого года инвестиции в основной капитал столицы составил порядка 189 миллиардов долларов. Такие показатели, как, скажем, инвестиции в основной капитал, у нас каждый год растут. Прямые иностранные инвестиции, например, в 2019 году в 1,5 раза выросли к 2018 году. Также необходимо отметить, что в этом году заработала полноценно биржа МФЦА. Заработал суд, который будет работать по и уже работает по английскому праву. То есть вот эти все факторы, я считаю, сыграли вот ключевую роль в том, что Нур-Султан улучшил свои позиции в этом индексе глобальных финансовых центров. Отметим, что к 2050 году Нур-Султан планирует войти в число 10 лучших городов мира. В рамках концепции развития столицы определены такие приоритетные направления, как развитие бизнес-услуг, внедрение принципов зеленой экономики, реализация проекта Smart City и другие.